Бокс – этот вид спорта окутан множеством стереотипов и предубеждений. Слыша это слово, многие представляют себе кадры из фильма «Бойцовский клуб», где много страшных, жестоких сцен и боли. Отсюда и выводы, что этот вид спорта далеко не для всех. Но это не так. Действительность же совершенно другая. В современном клубе множество добрых, располагающих к себе людей. Ну а главные члены клуба даже не взрослые, а дети. Брестский клуб «Центр бокса» существует вот уже 5 лет. В его стенах занимается около 200 человек. А вот возрастная категория тут от мала до велика. Боксом можно заниматься с 9-летнего возраста, но мы создали такое направление, как спортивная игровая группа, где мы уже набираем детей с возраста 7 лет. То есть это не важно от пола, мальчики либо девочки. То есть тренировки в этом возрасте больше это игровые, это общефизическая подготовка, то есть минимум бокса, но мы как бы этих детей готовим, чтобы они уже в 9-летнем возрасте, скажем, были адаптированы к нагрузке. Брат привел на тренировку, мне там понравилось, и я вот до нынешнего момента занимаюсь боксом. Мне тут понравилось, и я не искала других видов спорта. Тут понравилось, я стала развиваться тут. Я провел много соревнований, участвовал в районных, в областных соревнованиях и перехожу в училище Олимпийского резерва. Почему тебе нравится здесь? Чтобы постоять за себя и не давать себя в обиду. Бокс – не женский спорт, утверждают многие. И это не совсем корректное мнение, ведь главное при выборе увлечения, хобби или профессии – это не гендерный признак. Главное – заниматься тем, что любишь и к чему лежит душа. Как отметил Александр Мастыка, с каждым годом представительниц прекрасной половины человечества, боксирующих в клубе, становится больше. Я выбрала бокс, потому что, чтобы не тратить попросту время, чтобы ходить, заниматься, набираться сил. Потом это в жизни очень помогает, это тренирует тебя и твою силу духа. Если ты начал какое-то дело, ты делаешь его до конца, что ты не сдаешься в любой ситуации, пытаешься найти выход. Ни в коем случае нельзя сказать, что бокс – это про драку и умышленное причинение вреда сопернику. Этот вид спорта глубже, чем может показаться на первый взгляд обывателю. Он действует на два фронта. Физический, ведь это один из немногих видов спорта, где прокачиваются практически все группы мышц. А также моральный. Во время занятий боксом можно вдоволь выплеснуть всю негативную энергию, так сказать, высвободиться и отвлечься. Увидела видео, что тут занимаются, и такая, блин, классно. И пошла, и уже все, уже 3 года тут сижу. Понравилось так. Я когда занимаюсь, мне сразу все мысли уходят из головы, сразу легче становится. Сразу, знаете, все выкидывается так. И забываешь обо всем. Нет, вообще хорошо. Каждый волен сам выбирать, каким именно путем заниматься этим захватывающим видом спорта. При желании обойтись без прямых спаррингов с партнером, можно выбрать для себя занятие бокс-фитнесом. Это будет не менее полезно. Бокс – это здоровый образ жизни. Спортивный режим – это универсальный вид спорта, дающий разрядку и пробуждение ресурсов, которые, быть может, долго спали где-то внутри. Все члены Центра бокса точно нашли себя в этом виде спорта. Они любят то, чем занимаются. И это ценно. Это образ жизни. Спорт – жизнь. Стихия, которой я обладаю. Бокс – это жизнь. Здоровье. Это мое хобби. Мужество и сила. У меня бокс – это все. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич. Телекомпания БУК-ТВ.